На Магнитогорском металлургическом комбинате полным ходом идет высадка в клумбы цветочной рассады однолетников. Совсем скоро металлургов порадуют яркими красками петунии и агератум, бархатцы и сальвия. Чтобы маленькие росточки прижились, за ними тщательно ухаживают и ежедневно поливают. Подробности в сюжете. На территории Магнитогорского металлургического комбината больше 3000 квадратных метров цветников. И нужно приложить немало усилий для того, чтобы, во-первых, их засадить, а во-вторых, чтобы рассада прижилась. В этом году в клумбы будет высажено 120 тысяч корней рассады. Представляете, какая это работа – заботливо и аккуратно поменять ростку привычное место жительства, не повредив корней и не заморив жаждой. Первые дни, пока рассада приживается, ее поливают ежесуточно. И лишь потом, когда цветы окрепнут, полив можно будет немного сократить и отчасти доверить его небесной канцелярии. Сегодня большая часть цветов уже высажена, и скоро, когда они приживутся на новом месте, цветники заиграют яркими красками. В основном, конечно, это цветники вдоль дорог идут, возле административных зданий. Также делаем посадку на кладбище, то есть на местах захоронений. Здесь имеются в виду могилы бывших руководителей Магнитогорского металлургического комбината. Их тоже оформляют живыми цветами. Петунии богатой цветовой палитры, пестрый агератум, бархатцы цвета охры и многие другие набирают силу в эти теплые солнечные дни. Всего будет высажено около 20 видов различных однолетников. Еще до их посадки озеленители ММК придумывают узоры и рисуют схемы, по которым потом будет высажена рассада. Это традиционный список. Единственное, меняются рисунки. Вот, то есть разрисовываем иногда что-то, так скажем, спонтанно, в зависимости от того, смотришь, какой рассаду привезли, и уже по ходу действия решаешь, где что посадишь. Ну а после посадки уход за клумбами будет не менее тщательный, чем сейчас. Прополка, рыхление – обязательные процедуры для озеленителей. Цветы всегда благодарно откликаются на такую заботу и радуют глаз все лето и начало осени, вплоть до заморозков. Татьяна Зайцева, Владимир Ровинский, телекомпания ТВН.